Мне нравится ГЖИ, знаете, в последнее время на вашей стороне, вот ваши слова хочу поддержать, вообще не понимаю смысловой нагрузки, за что за бюджет государственные деньги мы государственную жилищную инспекцию вообще кормим. Огромные штаты раздули, где единственная у них стоит задача защищать интересы людей по вопросам ЖКХ. Заявительный характер. Вот все время мне говорят, нет заявительного характера, не едем проверять, поэтому не проверяем заранее, Светлана Викторовна, не предупреждаем правонарушений. Хотя положение государственной жилищной инспекции, первый пункт, предотвращать нарушения в сфере ЖКХ. То есть вы должны предупреждать эти нарушения.